Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум. З вами празіць Дмітрый Гурневіч, а зараз на сувязі з Варшавы Павел Кухта, кіраўнік мабілізацыйнага цэнтру беларускіх добраахвотнікаў. Привітанне, Павел. Павел, раскажыце пра ваш цэнтр, калі ён быў створаны і чым зараз вы займаеце ў дадзены момант? Ну, цэнтр мы дапамагаем беларускім добраахвотнікам, якія хочуць паехаць ва Украіну. Таксама мы рэчы, якія спадабаюцца хлопцам на фронце. На войне. Ну, гэта медицинские речи, там просто спряжение, форма, одение, обуток, ну и так далее. Все, что треба, все, что нужно. Вот. И сколько уже працуете дзён? Центр начал працевать от первых дзён войны. Вот. Угу. Первые дзён войны мы начали собирать речи, и вот потом так, что и помогать хлопцам трапить до Украины. И сколько вы оцениваете приблизно минута про ваш центр? Я разумею, что дать не все про ваш центр идут, а сколько у вас было? Ну, людей вельми шмат, колькость я сказать докладно не могу и не буду, ну, но людей вельми шмат, богато. Олег, это люди с досвидом войсковым, или просто некие студенты, люди без досвиду? Раз люди есть. Есть люди с боевым досвидом, есть, какие уже были в горячих кропках, там есть просто студенты. Там приходил вельми чудовный хлопец, и он потратил все гроши, какие сбирал, набывал, и он потратил их на оборудование и сказал то, что вот у меня больше ничего нема, але я хочу направиться на фронт, и я вот купил это, как быть корыстным на фронте. Угу. А какие складанности наибольше такие люди зараз мают? Хапаю вам сродку, кто у вас в углу, я разумею, гроши повинны быть некие материальные основы. Ну, мы збіраем усё, мы збіраем і грошы, каб купіць аўтамабілі, каб яны даехалі да Кіева, каб у хлопцу там былі калёсы, грубо кажучы, каб яны былі больш мабільныя. Вось. Што яшчэ? Зараз такая вялікая задача стаіць, як шмат сабраць ежы, каб быў стратэгічны запас еды. Вось. Мы зараз працуем больш над гэтым. Угу. То есть, ну, у вас зараз есть магчымасць вернуться до людей. Як увогуле можна дапамагчы тым людям, якія жадаюць дапамагчы беларусам, которые зараз ваюць за Украину? Ну, зараз нам вось беларускі дом в Варшаве предоставил помешканне, у якому мы знаходзімся. Вось. І калі люди, якія в Варшаве хочуць дапамагчы, яны могуць приходзіць сюды. Тут заўсёды ёсць ці я сам, ці люди, ну, якія могуць там паразмаўляць ад мяне. Якія могуць прыняць дапамогу і якія могуць крэдытаваць дзеянні нейкі. Увогуле, я так разумею, што гэта беларускі дом у Варшаве. Гэта як бы будынак, который знаходзіцца на правым беразе ад Віслы у Варшаве. І чалавек, каторы хоча, скажам, быць добраахвотнікам, ён проста павінен звярнуцца да вас, так, прыйсці туды і запісацца, як там выглядае. Так, ці звярнуцца сюды, калі ў яго няма магчымасці прыехаць сюды, ну, да Варшавы. Там, можа, ён знаходзіцца дзесьці там у другом горадзе, можа, у другой стране Еўразвяза. Есть мой телеграм, куда можно написать, и я отказываю. Але каб люди не крыўдзіліся, я могу не отказывать там пару гадзін, але я абавязкова откажу. Просто вельми шмат паведомленняў, и первые дни я вось приходил домой уже отпочивать, але я не отпочивал, а по 4 гадзіны просто сидел, ну, даже куртку не скидывал, просто сидел, отказывал на паведамленне. Ну, мы ваш телеграм поведомим на экране, люди зараз его бачите, могут, коли жадают, вам написать, задать некие пытания, эти просто поведомим, что есть. А, Павел, скажите, пожалуйста, а какая мотивация у людей, которые едут в Украину, что наперше они сами кажут? Все-таки ехать на войну, где натурально погроза загинуть значно выше, чем ходишь и просто в Варшаве по улице? Ну, у кожных людей, у кожного, и я запытываю по некольки разов. И он разумеет, куда он едет, и он, ну, оценивает там риски, какие могут быть. И это я пытаю у каждого человека раз 10. Вот. А люди кажут, что, может, кто-то еще там, довольствие этого нападу в России, может, кто-то еще не понимал, что такое Россия в Огуле, что это за керовництво там сидит. Але калі пачалася вайна, усе адразу усе разумелі, што і дзе вораг на самай рэчы. І людзі едуць, проста кажуць, што, ну, свабода Украіны – гэта не толькі свабода Украіны зараз. Свабода Украіны – это свабода ўсяго цывілізованага света. Ну, на самай рэчы так. І людзі едуць адстойваць не толькі дэмакратію ва Украіне, а ўвогуле
у нас по всей земле, грубо кажучи. И так и мотивуется. И некто приходит и кажет, что готов кровью искупить вот этот гнет, який зараз на белорусов льется там с разных боков, потому что не все люди разумеют то, что белорусский народ – это, на самом речи, братский народ украинскому. А то, что робит Лукашенко с Путиным, это до белорусов никакого дочинения не имеет. Ну, вы сами живете в Варшаве, вы отшиваете, сопроводят такие некие настрои, бо есть шмат свечения про то, что на демократичных краинах принимаются некие супрать громадян Беларуси, некие меры, потому что как бы эта краина суагрессор. Ну, я не веду, я в Варшаве не так давно. До этого я вообще не чув ничего такого подобного. Позитив до белорусов. Ну, мне рассказывали знакомые, особисто я такого еще не отчуваю, потому что куда я еду, с кем я разговариваю, все прикладно понимают, какой справой я занимаюсь и чем я занимался до этого, пока не приехал в Варшаву. И до меня особисто, пока что таких питаний не было, и никаких там. Павел, а какая ваша особистая мотивация заниматься этим всем? Я просто нагадаю для наших ведущих, Максима, кто не ведает, коли я не помиляюсь, вы родный брат Никиты Крыцова, который загинул подчас протеста в Беларуси. Официальная версия, что вы учили на суицид, хотя он отбылся недалеко от будинку милиции, и шмат говорили про то, что это не выпадковость. Что вами керует конкретно заниматься этим всем? Я все разумею, что отбывается в Оголе. Полную картинку я разумею, что отбывается. У меня нема таких особистых претензий, там хамусти, у меня нету такой помсты, якая сидит, и я хочу эту помсту завершить. Я просто допомагаю людям, яких я вельми добро ведаю, яких я лечу так само своими братами, якія знаходяться зараз в Украине, они там с початку самого. И я допомагаю им, и люди, якія едуть туды, так само, так само едут до их, и тому я и допомагаю. Все это я организовываю. А такое особистое... У меня нема никаких особистых там претензий до некого службовца белорусского, коли он трапит на Украину. Я разумею, что его туда отправили. И я всем кажу, кто у меня знакомые есть в армии, я с ними разговариваю, я пытаюсь им потлумачить, коли в неком выпадку вы потрапите там на землю Украины, одразу сдавайтесь в полон, как сохранить свое життя. У меня нет такого, как я с кровью в очах рассказываю то, что треба там... Скажите, ты это белорусские доброхотники, которые трапляются уже в Украину. Я так разумею, что яны там уже как бы мають куды поехать, координованы, и украинская держава, скажем, им допомагает. Были некоторые свечения про то, что, например, тот самый Рыштунок, я вот говорю с человеком, который разбираю Чехии и Беларусь, что с початку Украины натурально, конечно, узброивая и обеспечивая рештунком войсковым своих солдат, своих людей, территориальную оборону, только позднее доброхотников, так званых легионеров за межи. Ну, я не веду, я думаю, зараз в Украине всех обеспечивать, кто готов взять в руки зброю, тому дают некий рештунок там, и, я думаю, зараз там нема такого, а кто скажет, что такое, я не веду. Ну, это дивно, на самом деле дивно, потому что каждый человек, который берет в руки зброю, и он уже готовый, я думаю, не просто не дают там рушницу и кажут, все, беги там. Тут не проблема, что зброю не дают, когда нема арештунку, когда приезжаешь, а его набыть в Украине вельми тяжко самой, там дефицит вельми велизарный. Так, там разбираем рештунок и все, что может допомогчи. Зараз есть некий дефицит там на бронеплиты, там на шаломы, але, мы... Не пытаемся их находить, и когда находим, то отправляем обратно до Украины. Али сами вы оцениваете, вчера была новина про белорусский батальон Косяк-Калиновская, который створается. Сами вы лечите, что там уже их сотни доброохотников, и все ж таки меньше, або больше. При нам все ведать приблизно, сколько это может быть. Мы не пытаемся конкретно, где они находятся, и их имены. Я не лечу, я ведаю, и когда хлопцы заявляют, что там батальон, там батальон. Скажите, а они зараз все гэты батальон, насколько вы можете сказать, я не примушаю, конечно, разумею ситуацию, яны знаходятся переважно в Киеве, так? И а кольки вот вы сами вот вы знаходитесь, працуете там, проходите в белорусский дом за раницы, и кольки можно приходить белорусу туда с такими пожеланиями ехать? Белорусские, которые хотят поехать до Украины, иди на сотни. Лишь сотни, докладно я не скажу, например,
432 человека. Я так не могу казать, але лич... Скажите, назовите просто, коли есть, где вас шукать апрача Телеграма? Есть некая сторонка, есть некий адрес, есть некие реквизиты, как люди могут, бо люди, некоторые пишут, СМИ пытаются, але не наша задача обещать сбор сродков, але вы можете про СМИ просто заявить, где это все можно найти, наипростей. Сродки, которые мы собираем, можно найти на Телеграме, Телеграм-канале «Партизан», который был створен мной и хлопцами, доброхотниками, коли я знаходился еще в Украине. Вот там есть все сродки, куда можно пожертвовать гроши там, и так далее. А с обеих сторон в интернете я не маю и николи не маю. А тебе дома вам выпадки, коли дейные некие белорусские войсковцы уже с Беларуси, скажем, выезжали и спробуются учиться так само до доброхотников? Вот такая информация, как бы анонимная, она есть где-то там про то, что кто-то съехал? Такие запросы есть. И справа тем, то, что уже официальный выпадок, и это подтвердила официально Украина, то, что пришел хлопец, сдался в полон белорусский, сбежал в участки и кажется, что он не хочет воевать супроть Украины, и все разумеет. Какие, может, я, Максим, что-то подобное пытался, что зараз, как бы, наибольше необходимо вам в вашей деятельности? Зараз наибольше необходимо это сродки медицинские, там, например, израильские бандажи, кровозупиняющие турникеты и бронеплиты и шоломы. Ну, вот это самое главное, что мы зараз ищем за рештунку такого, а зараз мы та собрасти стратегичный запас ежи. Вот. То есть логистично это все отпрацовано, и вы это можете без проблем доставлять в Украину, так? Так, так, ну, так. Шмат людей допомагаете, и это все добро просует. Дарище, а тебе не было таких выпадков, что белорусским доброхводникам, ну, не да, отмовляют украинцы, або будучи зброи, або что-то в связи с тем, что они белорусы, потому что эта краина все-таки с агрессором, их белорусские паспорты, я так разумею, ну, принамсі, в большинстве. Глядите, я не ведаю, потому что белорусы, которые находились в Украине с 2014 года, которые находились в войску, которые находились в добробатах, ну, везде, где находились белорусы, до их ставились добро. И они с каждым годом, с каждым днем доказывали, кто у нас правда белорусы, а кто такие Лукашенко. Я думаю, в войску нема такого там некого, ну, особистого внимания до белорусов. Але, ну, зараз по законодавству Украины так. Белорусские громадяне – это громадяне-агрессоры и небезпечные. И вот велизарная колькость выпадков, когда белорусы особисто ехали на мяжу и пытались трапить до Украины. И их просто разворачивали, и коли добро, коли разворачивали. И некоторые попадали там, ну, на пару суток у тюрьму. И, ну, это правильная речь с боку Украины. То есть до Украины в этом нема никаких пытаний. И они робят свою справу, и добро робят свою справу. И претензий никаких нема до их. Просто белорусы повинны разуметь то, что треба не организованно ехать в Украину. Там по одинкам никого зараз не пропускают. А такого, как кто с тебя не выдавал зброю, я еще не чую. Просто скажите, я так разумею, что ваш мобилизационный центр – это такая одинная установа у Европы, якая занимается, есть так само иншая, бо, максимум, некоторые навык не ведают про основание, просто испробуют, как вы сами, кажется, просто сел в автобус, а потом в машину и спробуя про польскую территорию драпить туда. Насколько я ведаю, мы занимаемся этим одни, у яких у нас есть официальное разрешение Украины, мы працуем с боком Украины, как хлопцы трапили туда. Больше пока что я никого не ведаю. Может, кто-то и занимается, але я не ведаю. Ну, не ведаю. Лепи, я кажу, как белорусы, доброходники, которые хотят поехать в Украину, лепи, как они звертались до нас. Это не некий там пиар-ход, и мы не хотим для себя шмат уваги там некой незаслуженной, але коли хочется потрапить до Украины, лепи звертайтесь до нас. И я не могу не спытаться уже наприконці. Скажите, класка, ці вядома про некие страты? Называлося имя Ілі Літвіна, который загинул в Бучі, ці, принаймні, под Бучі в боях. Ці щось ці вядома в уголі, там, не про поранених, забитих? Ці хто веде таку статистику в уголі? Особисто про білорусу, так? Так, білорусу. Ну, білоруси, усі страти, які, ну, ось були, це
Илья Литвин, еще двое хлопцев раненых. Ось, покуль что так. Але их жизнь сегодня погрожает, и это очень легкие раненники. Не, жизнь пораненных уже ничего не погрожает. Ранение довольно тяжкие, але уже все добро. Ну, жизнь ничего не погрожает. Yes. Дякую, Ильки Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Кухта, керовник мобилизационного центра для белорусских доброохотников в Варшаве. Для вас в разе працевал Дмитрий Гудневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь за свободой.